Моніторинг узроўню заработной платы, ахова працы, занятость насельніцтва, выкананне умоў калектыўных договораў і шмат іншых пытанняў у центру увагі дзейнасці профсоюзных арганізацый. Сёлета асаблівая увага і да умоў работы падчас пандеміі. Гэтае мерапрыемства профсоюзы накіравалі каля 2,8 мільёнаў рублёў. Достойный труд – это сфера наших интересов, это сфера деятельности профсоюзов. Здесь много направлений. Конечно, основное – это вопрос охраны труда, создание безопасных условий труда. Это и вопросы обеспечения средствами защиты, соблюдения санитарных норм и правил, создания бытовых условий. Здесь мы, профсоюзы, как мониторим ситуацию, указываем на недостатки, так и оказываем поддержку. Мы финансируем многие мероприятия. Профсоюзы работают у тесной связи с департаментом Державной инспекции працы Министерства працы и социальной обороны Беларуси. У сферы аховы працы сегодня назираются разные тенденции. Коли выпадков тяжкого травматизма становится меньше, то колькость выпадков со смертным заходом наоборот повеличилась. С початку года их отбылось 17. По тяжелому травматизму у нас снижение. С 86 до 81 несчастного случая. Значит, ну, причины мы анализируем производственный травматизм ежемесячно. Причины у нас складываются 70% смертельных несчастных случаев. Это ответственность самих потерпевших. Это нарушение требований локальных нормативных актов, их личная неосторожность. В 61% тяжелых случаев также ответственность потерпевшего. Тех, кто активно рассказывает о проблемах и достижениях у сферы аховы працы, журналисты мясцовых сродков массовой информации. Подчас пресс-конференции лепшим за их уручили узнагороды. Атрымала их и телерадиокомпания «Брест», у эфира якой пытанням аховы працы шмат уваги. Сирот узнагороженных и редакция Брестской областной газеты «Заря». Мы уже на протяжении многих лет сотрудничаем с областным управлением департамента охраны труда. Поэтому у нас сотрудничество такое устоявшееся. Мы решили чуть-чуть обновить это сотрудничество. Как вы знаете, в интернете как-то больше люди обращают внимание на то, что случилось, на какие-то происшествия. Поэтому мы вместе с констатацией факта решили, что очень важно все-таки вот эта профилактическая составляющая, то есть вместе с публикацией таких новостей о происшествиях и вместе публиковать, разъяснять какие-то разъяснительные материалы. Журналисты уполнены огульными намаганиями, максимум сделать працу доброй и безопасной. Евгений Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».